Всем привет! Меня зовут Юлия Кокорина, и я приветствую вас на нашем канале «Переезд в Краснодар» и «В Краснодарский край». Наш канал для тех, кто планирует переехать на постоянное место жительства, наш город и в его окрестности. Напоминаю, что мы работаем в радиусе 60 километров от Краснодара, ну и, естественно, по городу, как по домам, так и по квартирам. Сегодня мы с вами смотрим дом в станице Пластуновской. Это предложение примечательно и интересно тем, что оно находится рядом с домом, который граничит общей стеной. И если вам это интересно для того, чтобы вы жили с родными рядом, близко друг с другом, либо с друзьями, это, наверное, вот классный самый тот вариант, который можно было бы рассмотреть. Площадь у нас земельного участка составляет 4,7 земли, это земли ЖС, и площадь самого дома 98 квадратных метров. Дом находится в предчистовой отделке, в него заведены коммуникации, кроме газа. Газ находится в трубе, соответственно, его нужно завести в дом. Дом построен полностью из кирпича. Сделана такая отмостка, цоколь украшен уже декоративным камнем, и такое вот интересное решение по фасадной части дома, то есть кирпич оштукатурен, да, и элементы дерева у нас присутствуют. Напомню, что площадь 98 квадратных метров, в доме большая кухня-гостиная, котельная, отдельная ванная комната и две изолированные жилые комнаты, высокие потолки, ну, в принципе, планировка очень интересная и достойная. По земельному участку мы прошлись, вполне себе есть место для того, чтобы его обустроить. По дому еще проговорю о том, что это дом 2016 года постройки. Строился дом исключительно для себя. По фундаменту, это ленточный фундамент глубиной 70 сантиметров, бетонный. На участке есть дренажный септик и вода здесь у нас городская, то есть центральная. Станичная, назовем так. По насаждениям, которые на земельном участке есть, ну, не могу определить, к сожалению, что это за дерево или кустарник, но орех и персик точно имеется. То есть давайте пройдемся, посмотрим. У нас здесь гуляют, по-моему, это фазаны соседних участков. Они такие смешные, со штанами. Ну вот, через забор путешествуют на участок наших продавцов. По периметру весь участок огорожден забором. Забор из металлопрофиля. Здесь ворота распашные и, соответственно, калитка. К дому ведет бетонная дорожка. И с правой стороны у нас остается еще достаточно много земельного участка для того, чтобы здесь навести красоту, посадить плодовые декоративные деревья и кустарники. Мы с вами находимся в доме. Напоминаю, площадь дома составляет 98 квадратных метров. Мы сейчас в таком просторном холле-коридоре. В коридоре предусмотрена ниша для шкаф-купе. Здесь более 70 сантиметров составляет глубина стены. И площадь данного коридора 14 квадратных метров. Сразу у нас при входе с правой стороны будет санузел. Это большой санузел с окном. Здесь выводы все сделаны. И площадь данного санузла у нас составляет 6,1 квадратный метр. То есть это полноценная большая ванная комната. Далее мы с вами из данного коридора попадаем в первую жилую комнату. Жилая комната такой вот нестандартной, интересной планировки с нишей, в которой будет становиться, вероятно, спальное место. Площадь данной комнаты составляет 24,6 квадратных метров. Предчистовая отделка, розеточки выведены все на полу, стяжка залита, полы теплые по кухне-гостиной и коридорной зоне, большое трехстворчатое окно, потолок подшит, осталось натянуть обои, собственно говоря, оклеить или окрасить стены и напольное покрытие уложить. Такая интересная первая жилая комната. Дальше мы проходим следующее помещение. Это отдельная котельная. Здесь будет установлен когда-нибудь двухконтурный котел и котельная площадью 4 квадратных метра. Это хорошее помещение, когда есть непосредственно уже в домах, и можно установить здесь полочки для хранения вещей. Но систему хранения сделать такой, чтобы все помещалось и
было полезно. Даже вот если мы обратим внимание, сразу видно, что дом у нас действительно полностью из кирпича, потому что внутренние, да, также стены, потому что мы это видим за слоем штукатурки. Следующая комната жилая, вторая, это квадратная уже форма комната, 13,8 квадратных метров у нее площадь, большое двухстворчатое окно, стены оштукатурены, стены прям идеальные. Вот можно либо красить, либо клеить обои. Стяжка на полу есть, радиаторы отопления закуплены, разводка сделана как система отопления, так и электроразводка. Ну, радиаторы отопления еще не установлены. При необходимости радиаторы могут быть установлены непосредственно уже в каждой комнате. Нам осталось с вами посмотреть кухню-гостиную. Здесь кухня-гостиная площадью 28,3 квадратных метра. У нее два больших окна. И ну, она тоже такой приятной конфигурации, формы. Мне кажется, все по уму. То есть здесь располагается зона для отдыха и обеда. И здесь располагается место для кухонных гарнитур. Он может быть и П-образной, и Г-образной формы, ну вот на любой вкус. Высота потолков 3 метра, стяжка пола сделана, проводка, все на месте, розеток вполне себе достаточно. И данная дверь выходит в огород. То есть здесь у нас, если вы помните, ступенечки и выход на земельный участок. Ну, соответственно, можно здесь сделать террасу, кому как будет удобно и угодно. Данное предложение продается у нас по стоимости 4 700 000 рублей. Оно может быть рассмотрено как вместе с домом, который соседствует рядом с данным домом, так и по отдельности, по желанию покупателя. Я надеюсь, вам понравилось данное предложение. Оно находится в хорошей станице, в интересном месте, классная планировка, вполне себе комфортный земельный участок и достойное предложение по цене качества. Поэтому звоните, пишите, с удовольствием ответим на все ваши вопросы и расскажем, что еще у нас есть в той или иной станице, какие предложения на любой вкус и бюджет у нас всегда есть. С вами была я, Юлия Кокурина, Центр недвижимости «Компромисс».